Привет. 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 Я хочу сказать тебе что-то очень важное. Правда в том, что подходящего момента, чтобы почувствовать себя счастливым, не существует. И быть счастливым — это выбор, который нужно принимать каждый день. Если не сейчас, то когда? Кажется, вот-вот я закончу школу и начнется настоящая жизнь. Вот-вот я дождусь любимого из армии и наконец-то стану счастливой. Нет, событие не должно становиться твоей целью. И легко заметить, что одно ожидание сменяется другим. Одно испытание открывает следующее испытание. Это череда бесконечных событий. И пути к счастью нет. Счастье – это и есть путь. Мы должны ценить каждый момент. Проснись сегодня и скажи: «Я выбираю счастье». И делай это каждый день. Если тебе понравилось это видео, не забудь рассказать о нем своим друзьям, оставить комментарий, а также подписаться на мой канал. До новых встреч! С любовью! Ваша Надея!